Малышня приюта. Одни щенки уже подросли, другие налаживают контакт с золотцем. Немного о малышне домашнего мини-приюта собаки Семашка. Нашему полку куличным прибыло. Появился новый малыш и его мамочка. Разобралась волонтер Марина Абельдяева с полом малышни. Щенков с предприятия. У нас 3 барышни и 8 пацанов. Привыкают, очень шустрые, на месте просто не сидят. Боялась хозяйка приюта сглазить. Второй день к новорожденным проявляет интерес наша уже подросшая девочка по кличке Золотце. Запрыгнула к ним в перегородку. Ребятки пробуют присосаться, но это даже не важно. Главное, если у них получится контакт и взаимопонимание, волонтеру будет подмога и хоть какая-то разгрузка. Ну и взрослая щенячья малышня. Наступил день, когда они стали проявлять интерес ко взрослой жизни. Вчера перевернули заграждение, пошли с осторожностью разнюхивать по комнате. Выросли. И немного о котофанчиках. Игруны, лоток у них на отлично. Кушают, растут, все поправили, всех волонтер вытянула. В этот замечательный праздник Святого Николая хочется, чтобы все детки получили подарки, а хвостатые детеныши нашли свое счастье в домашнем уюте и заботливые ручки. Ну и так как осталось пару секунд, так сказать, нашего эфирного времени, не буду долго вам что-то объяснять и рассказывать. В общем, пока мы карту не подключили, да, и это очень долгая перспектива, но у нас на Ютубе пришло письмо от Гугла, и в итоге, если вы там кликали на рекламу или смотрели на Ютубе, это все не зря, и, пожалуйста, теперь делайте это. Теперь это как-то будет накапливаться, не знаю, может быть, когда-то придется в Россию ехать, но это все совершенно не важно. Главное, что теперь у нас аккаунт подтвержденный, и что я хочу сказать, даже если мы вот сейчас, в этом году, в следующем не сможем что-то получить, то оно, в принципе, будет накапливаться и не сгорать. И это уже плюсик нам. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ну и все знаете.